Слышишь, ты ртпо? Да не. Сейчас убьем еще, блядь. Он где-то на пуле уже в конце, когда добиваем такой, блядь. О, я подошел. А вы что, лича бьете? А мы такие, ну да. И выпадает два аркуса. А вы что не написали, да? А вы что не сусумонили? Да, ебать? Я же просил, пиздец. И еще два аркуса упадет, блядь, на туре. И скажет, а я тут 200 косарей войду уже приготовил. И я такой фурик спекаюсь и два аркуса в две руки беру просто. Короче, это гиблое дело, блядь, пизду. До адванса обратно, блядь. А ты можешь этот затрансмутить на посох? Не знаю, не пробовал никогда. Я натурал. Да ладно, она инту сокет. Не будет же ДПС, Войд. В голове должен быть плюс 20 к интеллекту. Да, блядь, я натурал, не надо. Что там, маг очнулся, нет? Нет. Нет, мы уже этого пана засумонили обратно. Да, хорошо. Башка была, наверное. Ну чё? Да. Я с аркарей, наверное, да? Мы на Джену пойдём? Нет. Ну ладно, я с аркарей, тогда подключу. На Джену пойдём? Коват на... трэш. Давай я на боссе, да? Да, на боссе. Куда мы не пойдем? Это особый босс и расходимся. Ва, я чешку первую отдам, вторую кто там у вас, Полин, Дарк. А рыбка никому не нужна, кроме меня, да? Проносишь, я отдам. Ну, я первый по-любому на первой комнате отдам, вторую там, не знаю. Если рейд будет проседать, Серёж, если рейд будет проседать, я ее до комнаты могу сдать. Поэтому ты проанонси, я скажу в КД нет. Хорошо. Там в любом случае лужа от Т5 нормально хилит. В любом случае. А чё, за чеканцы на пиво не взяли, да, время? У него уже к середине второй комнаты откатывается обычно. Где-то 12 секунд остается, как мы заходим. Чек на пол еще раз. А там переходки бывают неровные, мне ли тебе рассказывать? Да. Как повезёт. Там... Ями. Он роутер написал, перезапустит или что-то такое. Серега, поставь на танка в метке, а то у меня это танки отдельно не выделены, чтобы я, блин, внимание обращать.
Квадрат МТ, печеньку в танк. Квадратный тротуар. Беспонтовый тротуар. Боитесь меня, да? Ну беги. О, смотрите, а тут за троном сундук какой-то стоит, ничего себе. Когда это поставили? Это что, обнова была? Чего? Сундук, тут, смотри, нихуя. Он там, иди, да, блядь. Он заманивает. Это еще тогда просто заметил, как он заманивает. Я эту шутку помню. Просто жирофлил по ней. Ждем часами, может там мак очнется. Че там, слакать тут или че? А, лофнулся вообще. Пиво за. Самое... Топовая шутка от Долоруса. Помнишь Долорус? Чё? Я говорю, самая топовая шутка была от Долоруса в Зуламане. Про А, да-да, про бан там, что-то про админ. Дезурон Доколюб, чё про него шутить? Вон, говорит, стоит вверху, у меня в таргете. Отлично. Запускаю босса. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе. Кто танчит леча? Войд. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики, послушай доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Мой народ, я же историала на него. Три процента ближе к краю. Один процент на край пошли уже. Помоги с диспелом, не могу. Я что-то не понял.
Почему Тириан все еще дерется? Так должно быть у вас. Что-то нет. Говорит, ну вы слабые, в 3 ходите, тут надо помочь, наверное. Срезистил. Глыба срезистила с Личевском. На этом пуле Тирион сопродом просто. Он ушел. Да, на ту. Он урон получает на земле или нет? Нет, он фуловый. А он не завагает босса в конце? Делорус, скинь, Делорус. Я гнев небесный. РДД по треугольнику. Да бурстанете, ром по печеньку. Хватит, а то там ускорнение впереди. А народ охуенно разолил. Прям, блядь, подмали. Сначала лужа, да? С центра уйдите. 3 секунды ускорнения. Уйдите с центра, вернемся сейчас. Две секунды скажу. Там 1% до фазы, слышь, народ? На край. Лечу на край. Рабакаст пишет, я тут. Хорош. В комнате бегаем либо в моем фрейме, либо за мной. Кто будет спереди, выкину с гильдии нахуй. А я дубина, я не у вас гильдии. Сфера. Тебе можно бегать впереди. Смотрите, как мир рушится.
Сферу, сферу. Так, даю сейчас чешку. Налево идем. Радва, ты знаешь, что делать? Что делать? Вперед бежать, чё? Чтобы я пришел, я же кабину, не похуй. Надо. Быстрее пробегаем здесь. Эл, где стриня? Я вдавал. Я. Просто. Осквернение разбежали. Разбежались. А мне. Следующий на чешку. Я. Чёрт, на сгорнение. Послан. Направо. Я Инера, я того в КД не вижу. Хилам раздай. Элбери Лутер. Залечом, к лечу. Залеча, зайдите. Залеча, прячься. Сбежались. Бежим, бежим, духи летят. Ледяная смоль жаждет крови. Чешку отдам. Вы пришли, чтобы вершить суд. Налево. Чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной смоли. Вайпай честь доплачу 20к пишет. Каждому если гол. Давай по 3. Ради такой хуйни я даже, блядь, скорнение в центре. Потом послудите. Пробегаем здесь быстро. Духи летят. Гоу, не води уже. Там один пацан чует. Присосались. Все, ладно. Везло.
Спасибо за трай с вами. Да, ты не а что ты мне Деору сказала по поводу комнаты, так и не понял. Ну, в смысле, Ваган же сказал, что кикнет с гильдии, и я говорю, давай ты знаешь, что делать, типа, вперед, Вагиш, у тебя кикнет. Ты ж, Дубина, давай вступай за это. Что еще раз? Вступай, говорю, блядь, в гильдию. Нормально, пацан. Ну, Слав, я не играю по будням, я работаю по 12 часов, я так играю по, только... По выходным, нормально. Мама, реально, нахуй тебе не играю, работай, блядь, охуярни. Так по выходным, охуярни. По будням не надо, мы же... Нормально, Рыба, по выходным. Тактику Славы не порть. Какую тактику? А вы думаете, что без денег можно нормально провести до хрена времени? Сейчас Редвард. Один работает. Резвар говорит, типа, иди работай. Я такой говорю, тактику Славы не порть. Заманивай его в гильду, правильно. Я не дам человеку такое хорошее место, как у меня. Перешмот себе, да и все. И не париться ни по рейдам, никуда. А потом чисто по фану бегать, пацанам помогать. Я, в принципе, этим сейчас и занимаюсь. Не а все. Потом, через десятку лет будешь, нахуй, возле лавки сидеть, и нихуя ничего нет. Кроме без персонажа, да? Калат, скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя вылетает без крыльев, просто 6 стаков? Ну, то есть, естественно, ты юзаешь щит, юзаешь молот, чтобы настакать манускрипт, и бьешь сиянием. Сколько? Что-то около 30. В смысле, ты что, рофлишь? Мне говорили, у тебя под 50-ку вылетает. Полтос это под крыльями. У меня под крыльями и 60 вылетит. И 70. Ну, это вот. Смотря что одевать. Я одеваю себе, получается. Я вот с этой парашу танчу весь контент. Ну, если ты хочешь хилить, то с экспёрлом ты не нахилишь. Это она раньше параша была. Сейчас это да. Вентрини. Еще я думаю, Скорожана на парирование взять, чисто потестить. Но, опять же, стамина будет не хватать и прожимки. Корабей броню дает, клык очень полезен на остальных боссах. А там что за формула? Там что, рейтинг учитывается в формуле или что? Там парирование и блок щитом учитывается. То есть они рейтинг блока, да, учитывается? Слышь, народ, у нас босс забагался. Ну, кстати, да. Вон, Войт, почитай формулу. Серёж, Элбрил, если смотреть про Экстерл, ты помнишь, как просто офигенно хилил? А он через Экстерл... Я думаю, ты же видел новую шмотку Сока с Ласта? После того, как ввели ограничения, я об этом уже не парюсь. Что делать-то будем, у нас босса висит. Тикет на форуме создайте, кто там у нас любит. Может, я могу, кстати, его побить? Может, его убить надо? Я могу в этом випрать. Ваше, не надо. Ага, нельзя. То может, VIP раздел напишите там. Я могу. А что там писать, хоть скажите? Этот Тирион не выбивает ледяную скорбь из рук лично. Тирион пропал просто на Тирион. Напиши просто, что забагался босс. Не ресает. Так, блять, он не ресает, потому что Тириан не выбивает ледяную скорбь из рук лича. Где Тириан? Тириана нет. Господи, Тириан, напиши, Тириан пропал, не ресает. Тириан Фреда ливнул. Наши души уходят к личу, наш персонаж уходит к личу, сука. Да, типа, напиши, что лича убили, Тириан... Тириан пропал. А свидание назначалось 10? А вон скрин сделай. Скинь, что да ли? видео есть, стрим да есть, все имеет. Что угодно есть. Понятно было. Что это такое? Скажи, Тирион, зайдите в Дискорд. Тирион ушел к Джайне на свиданку. Да. Вот. И... Ага. В печали. Ты ж понимаешь, что настолько ебанутый, что так на... Кабат, напиши это. Тириан пропал, нас не ресурс. Тириан пошел на свиданку к Джайне. Пиши, катсцена забагалась. Нас не ресает. Лич держит ледяную, вон, видишь? Лич держит ледяную скорбь в руке, а должен уронить. Это потому, что Слава пошутил про новый сундук. Вот, Слава, получай. Бля, это не я не виноват. Это ты, все. Мы будем проклинать тебя.
Не, Илона пистон должен был сломаться, но не сломался. Какой пистон? Пистоны свои. Засуньте их обратно свои пистоны. Блять, давайте робокаста возьмем, там 220. Скажите, у вас личи убили. Фават, я что хотел, просто я тестил, например, абсорб, и если я сиянием наношу лям 500 урона за босса, то абсорб у меня 300к примерно за босса. У тебя есть, качал ты эту штуку, что моды чекать, чтобы, допустим, админам написать? Ну, чекал ты вообще абсорб? Так, я создал тему, я написал, что теряю. У нас тут проблема, пацаны. Чего ты написал? Я гипрофили написал. Чего ты написал? Я написал, Тирион пошел на свидание к Джане, помогите, пожалуйста. Лич. Хорош. Сейчас помогут. Ты нам очень помог. Без руфлета написал? Не, я кинул скрин и написал «Добрый день». Прямо сейчас забавился лич 25 хм, так как Тирион решил пойти погулять. Помогите, пожалуйста, я скриншот прил. Есть видео. Есть видео, и стрим. И канал на ютубе, ссылку им дать не забудь. Напиши вторым сообщением, что у него пистон не сломался. Гайда, я напишу. Меня зовут пистон, я напишу. Гайды на продавай, дешево. У меня товарищ спрашивает, сколько у вас плетения? 100к. Спасибо. Не, я пошутил, я не знаю. Но он пиздит, 60 косарей. Он ни хрена хотел наварить. Что, здорово, реально? Ты вообще не шарил. Нужная триня, да. Это ссанина. Господи, ресните бомжей, кто-нибудь уже. А чешка с РС-ки сколько стоит? Да не резайтесь, ничего не делайте. Не делайте. Сейчас, а, по-моему, чешка еще, по-моему, ребятам нужна. Любая, причем. Хотя, кстати, хиловская, по-моему, ее уже на офспеке разбирает. Я порофлю, знаете, с чего? Придет ГМ такой, ну ладно, сейчас сгенерируем лут. Такой хуяк генерирует первую шмотку Аркус, нахуй. Вторая шмотка Аркус, блядь. Ну такая хуйня у вас сегодня. Два Аркуса. А в Джона, кстати, похожая ситуация была, и там, по-моему, два Аркуса было. Да, и вместо осколка третий Аркус. Вместо осколка не помню, что было, но, по-моему, два Аркуса было такое. Что-то похожее. Вот он пришел. Опа, походу, ура. Прочитали. Ура. А возможно. Ему БР просто дали. Вы видели, он из пола просто вылез. Ну, он из текстур, да, вылез. Лить в шоке теперь, смотри. Ёпари, Джайна не давая, славим, пацаны. Это просто самое долгое высасывание души, которое я видел. Пиши сразу, отдай нам багов сначала. Я, короче, написал Дик Моц, он вылез из текстуры, видать, скоро. Самое долгое высасывание. Смотри, он его пиздить начался. Он его пиздит. Давай его тоже пиздит. Подождите, может, еще лут? Фрейда, не ливайте сейчас, как лут раздам. Пойдем в вторую категорию, по-шустрому убьем, 150 литров начнем. Я его стал, может, еще сундука не будет, подождите. Это будет все. Уже точно будет. Ну сейчас перенаска точно упадет. Смотри, перенаска. Я щит, да. Я не стала говорить, но щит я тоже угадала. Плюс геткин поезд, сейчас еще перенаска. Смотри. Сейчас два аркуса просто. Бангуешь, да, Полин? Да. Ебать, я же говорю, два метрёса, лутка новая. Нет, видишь, Ванга сломалась. Ну. Метрёс. Кто знает, кто такой Каноб? А ты рассказывал. Военный ДКшник, который? Ну, который... Вась, сколько осколков? Вась, сколько осколков за сегодня? 10. Ой, как классно. Ну, возьму это самое, может, какую другую чарку повешу. Мозер, тебе не нужен, у тебя есть. У тебя Войт, что ли, Войт? А? Чё говоришь? Жалко имени на ДК. Ты, конечно, дубина, извини, но мы байеров не водим. Чарку ты давай спать там, а потом сами повешь. Что еще? Шатрат, мы бьем категорию, шатрат давай. Я говорю, мы байеров не водим по инстам, ты ступай к нам, и все будет заебись. Это он про вторую кату, что ты предложил помочь. Ну, типа да. Это наш местный рофл, так что не обращай внимания.
ХП то ему не дается. Да заебал шептать, блядь. Рольч. А мне тоже можно. Да вступай в гильдию уже, блядь. И пароль так. Так кому я нужен? Посмотри, какой у меня бомжатан. Свою гильдию поднимать, а вы тут херни страдаете, заманиваете кого-то. Ну, твинков не дам. Ну чё, хилов мало, что ли, блин? Конечно, мало. Запы эти новые, я еще их не... Коват, Полина, у вас что, нету, что ли? Есть. Зачем ролите? Рофля. ГП надо. Надо по рофу эту же ГП выписать, и будет прикольно. О, извиняюсь, вы же на вторую категорию, а вы не против, если я зайду присоединюсь к вам? Кем, другим персонажем? Да. Ну, я, вот я тебе продам, давай его за 10 ксарей. Так, спасибо, я потом... Фарцовщик, блядь. Да это видишь, из-за того, что ты недолго в гильдии, никнейм. Мак, да, ты не кипишуй, потому что тут некоторые люди уже полгода ходят за этим конем, и как бы... Поэтому всем он достанется, кто ходит стабильно, рано или поздно. А кто кипишует? Ну, я вокруг в чате вижу. Пусть так, да, и кипишуй. Все крупными ништя. Буквами прям, блин, так. Трейды не ливаем, идем на вторую категорию. Какие-то челики, а, это вы. У нас кто, матеолог, три раза выраливало, да, по-моему? На четвертый, по-моему, да. Дали. Инопланетянин четыре раза сотку выкидывал. Да, инопланетянин тоже с третьего раза не забрал. Сила бездны, да? Потому что некоторые люди, которые еще первый раз лича, который убивали, не получили его. Нахуй вам этот конь нужен, блядь? У него кроме крыльев нихуя ничего нет. Это конь педальный, же, хороший, блядь. А что тебе не нравится? Алло, хороший, где ты берешь? Это, блядь, маунт, а от этого маунта типа скилла не прибавится. Что за него люди? Прибавится, а, мне прибавится. А он не открывает скорость 310? Он скорость 310 только, единственное, вот почему. Он открывает, да, эту? Да, да. Да, должен. Не знаю, что он открывает, но он 310 летает. Подожди, не-не-не, если... Ну, у тебя все ставят маунты 310, если... Да нет, а, нет, это сказка. Нет. В смысле сказка? Нет, если, Слава, у меня когда появился маунт за ачивки, Слава Рейдеру ЦЛК, то там все маунты стали 310. Ребята сказали, что разговаривала с ними, они говорят, у нас такого маунта нет, такой ачивки нет, но зато есть слича кони, тоже все маунты 310. Нет, короче, я когда-то сделал все ачивки в Варкрафте, теперь я не делаю ачивки, теперь у меня есть конь с лича, и мне все похуй. Не верю, что ты все сделал. На каком-то серве все ачивы ты сделал, не ври. Сырку. Нет, там сто пудов половина не работает. Ну что? Там все работает, фулл ачивы работают. Ой, вранье. Кикс один фулл ачивы. Небось ГМ прописывал, Нунчик, че как его там. Это не ГМ, это Вася какой-то был. Дубина, слышь что, напиши на форуме, скажи, все-таки пистон мы ему сломали. Я написал, что он походу скорость бегом оказался. Первую или вторую? Тут же... Вторая, вроде, все тут собираемся, вроде бы. Меня сюда присуманили, на вторую. На вторую категорию, да, не то написал. Гад, Вометриус, это, конечно... Кирс, пошли на перегонки, проверим, что там, дает конь или нет. Вот 280, вот. Ну-ка, давай. Ну, где? Давай. Нам, где, кстати, Вометриус, по-моему, уже выпадало. Было. Давай, догони меня. Стой, бля, я сейчас догоню. На два золу видео еще, по-моему, два фалика видео.
Два этих убил. Ты меня догоняешь, все. Ничего там конь не апает, что вы рассказываете? У меня конь есть, вот 280, как 280. Ничего не апает, они рофлят, они придумывают, чтобы донатили. Должен, сука. У меня 310. На форуме тема даже такая была, что они перечисляли, какие маунты апают. Там маунты за слава... Слава рейдера. Короче, ЕБ больше никто не хочет, видим. Монти, давайте. Слава яйцам, слава коням, пойдем. И слава будет. А вы взяли того человека, которому надо вкатиться? Он в рейде с самого начала был. Мы ебанем без него, блядь. Убили, да. А кому нужно доходить? А кому нужно ката? А, интересно просто. За чей счет банкет? А, друльки наши. Все там с пулей ебашим. Кинули, этого кинули, на. Блядь, на самом деле я бы ему не делал. Ну, блядь, за счет 150 кп я... Ой, ЕП я, блядь, все. Так уж быть, блядь. У меня ты 5 не работает, понимаешь? Я что, ЕП загонял бы по полю. Я тут трэш пока поагрю. Вот трэш вызвал. Кабанчик решил погонять. Захуярил. Жоет, смотришь, да, не убили. Да это нормально. Блок прожал. Смотри, я почему далеко. Войт, кричи, РДД, в трэш свичнули. Сейчас танк ляжет, блядь. Уже два кабанчика вылезло. РДД, вы почему босса yeah. Туннель? Бля, я хочу, чтобы в льду уже ходить. Да, очень хочу тоже. Ай, бать, там такой рофл был. Ой, ну это 6 часов. Ульдуар, это круто, это вообще. Это круто, когда рейд соберется, блядь, и будет багать машины вот эти, блядь. Машины это еще полбеды. Там, когда начнется бой с драконом, это будет весело. Или тот, который ману пожигает и не восстанавливает, предпоследний вроде бы. Это тоже весело. А, еще, да, робот этот, который я из трех фаз. Дайте корона. Фиги, адвансу боб. Йоксарон плюс 0 тоже весело. Йоксарон это весело, да. Кому интересно, у меня есть видосы. Там подробная тактика на ульдуа рассказывается в каждом видосе. На каждом РТ рассказывается тактика для людей. Это на полгода, если они откроют, это на полгода или на год. Вот там каждый босс будет как победа ей богу. С учетом, что Сирус любит все перебафывать, там будет такая боль. О чем вы говорите? Там будет достаточно в актуальном дамаге его открыть. Ну и нахрен надо вот это катавасию, блядь. По месяцу на босса тратить жизнь. Не, это да. Ничего себе мы крутые. Ого. Где портал в два рана? Интересно, что людей сначала.